Сумасшедший переводчик играет на трубе в оркестре, который репетирует в заброшенной подводной лодке. Черные стены и узкие коридоры замыкают звук. Они собираются на подмерзшей пристани за заколоченными казармами. Кто из них шляпник, а кто мартовский заяц? По тонким сходням забираются на борт и дальше в люк рубки, чтобы рассесться на раскладных стульях с провисающей на сиденьях тканью. Это узор в цветочек. Молчаливые подводные дачники, они разворачивают ноты. Холодная вода вокруг, постановающий катер протаскивает за собой полную дозу баржи. Они начинают играть, обиженно уводя партии. Всегда опаздывающая балерина озабоченно вытанцовывает что-то на берегу, голове доносящуюся мелодию. Она, как угорелая, носится в спортивном костюме и подпрыгивает. Рядом, борт-борту, стоят еще несколько позабытых подводных лодок. Их черные длинные туловища кажутся обглоданными. Сумасшедший переводчик фальшивит. И, зная об этом, морщится, сплевывает, мигает. После окончания репетиции они выбираются по сходням на берег. Там коченевший балерин натягивает на плечи платок и тянется к сумке, где внушительный пузатый термос с чаем и бутербродом. Раздаются первые еще редкие шутки. У кого-то под плащом находится припасенная бутылка. Переводчик потирает руки и принимает от соседа кружку с чаем. Они пьют чай и по очереди глотают из бутылки, благодарно расхваливая раскрасневшуюся балерину. Ей наливают в отдельный стаканчик, и она выпивает, смущенно и счастливо отворачиваясь от галдящих оркестрантов. К далекой автобусной остановке они идут вместе, уже в темноте.